Было это лето в маленьком городке, где жизнь текла своим спокойным ритмом. В тихой улочке находилась небольшая антикварная лавка, в которой работал старый добродушный барон Себастьян. У него было особое отношение к историческим предметам, которыми он торговал, и они были ему почти как живые существа. В один пасмурный день бабушка Мария, одетая в утепленное платье и с серьгами Лазарева на ушах, решила заглянуть в антикварную лавку. Она носила в руках замшевый мешочек, заполненный воспоминаниями и надеждой. Барон Себастьян поднял глаза от своей работы и улыбнулся бабушке. «Добрый день, дорогая моя, что привело вас сегодня ко мне?» – спросил он. Бабушка Мария тихо прошептала: «Я хотела бы продать орден Ленина, который принадлежал моему покойному мужу. Это было его гордостью. Но теперь я нуждаюсь в деньгах для оплаты медицинских счетов». Барон Себастьян внимательно взглянул на орден, который был аккуратно упакован в бархатную подкладку. Он моментально узнал ценность этого исторического артефакта. Но он также уловил грусть в глазах бабушки и ее искреннюю нужду в помощи. Барон Себастьян услышал свое сердце и принял решение. «Дорогая Мария, этот орден не просто предмет. Он символизирует героизм и преданность вашего мужа. Он связан с его историей. Я не могу просто отнять у вас этот орден, но я могу помочь вам по-своему». Барон Себастьян предложил бабушке Марии выкупить орден Ленина, но оставить его в своей лавке, чтобы все посетители могли увидеть его и услышать историю, которая стоит за ним. Часть денег, полученных от продажи, он выделил для оплаты ее медицинских счетов, а оставшуюся сумму перечислил в благотворительный фонд. Бабушка Мария с благодарностью кивнула и улыбнулась. Ее сердце было согрето теплом барона Себастьяна и пониманием, что история ее мужа будет жить вечно. Таким образом, орден Ленина остался в антикварной лавке, став источником вдохновения и знаком настоящей героической души. А бабушка Мария получила помощь, которая стала не только финансовой, но и духовной поддержкой в трудный ее период.